Ребята, я игру всем на видео. Видите, тут четверочка. Сейчас нажму. Вот микрофончик у меня тут. В неудобном месте. Давайте. Не, только не квесты, не квесты. Посмотрите, большой, маленький, большой и мега тут. Другом. Давайте откроем все ящики. Я на камеру опять снимаю, да, на другом телефоне. Давайте. Нагадаем на кого-нибудь. Давайте на Фэнка. У меня Фэнка нет как раз. Ребят, подождите, так, пока что. Или на Луну, да? На кого? Или на Мэг? Я хочу себе легендарочку, значит, давайте. Попробуем сегодня легендарка. Давай. Ой. Не туда нажал, ребят, не туда, простите. Не туда нажал, ребзы. Простите, я не туда нажал, видите? Не туда. И все пизды. Курица игра, ну давайте. Минутку снимаю, ну, хотя просто на кресле, давайте. Лицо, надеюсь, мы ее не видели никогда. А, на Фэнга же гадаем. Да, у меня почти все холмы. Давайте, ладно, ладно. На Мэг. Я посмотрю, как она только в бою выглядит, потому что я неудобно, я с телефона снимаю. Да я так не случайно. Я поменял иконку, да? И тут я Егор. У меня тут 20 тысяч кубков. Где мы крепзы? А вот она. Давайте попробуем с такой гадалкой. И давайте. Ой, ой, не туда все летит, ребят. Маленький. И тут падает телефон. Давайте. Большой. А это знак, наверное. Нет. Нет, это не знак. Я, кстати, не в совпадении, я играю за Лу. За Лу. Вот. Не даешь какой-то респект. И давайте. Последний. Вот. Что-то нажал, если не понимаешь. И что там за трубу? Но все равно респект, потому что никто не выпал, ладно. Мне и так недавно выпал от Жанет. Я за записью апнул. Поэтому, наверное, на 20 ранг до 500 кубасиков. Но Пайпер, смотрите, у меня уж какая, где Пайпер. Вот, смотрите, какая Пайпер. Хорошо, или на Ампл. Давайте, всем пока-пока, с вами был Егор. До встречи.